Люся, Люся, дверь закрой, дует. Люсич. Гриша? Гриша, Гриша. Как так? А где это мы, Гриня? Что где? На крыше. Как на крыше? Я же высоты боюсь. Как мы сюда попали, Гришенька? А ты вспомни. Я помню, мы пили за женщин, за весну, за праздник. Угу. А потом ты сам меня сюда и загнал по пожарной лестнице. Чтоб по крыше за мной гонялся, гад. Все, 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 все. Все, все, иду лечиться, все, все, бросаю. Если слезу отсюда. Гриня, а мы, в принципе, закусывали вчера? Конечно, закусывали. Я же из дома печенье принес, вот. Солененькое. Как называется? Корм для активных котов. Куда мы летим? В Москву. Хорошо. А, наоборот, из Москвы. Ну, из Москвы, так из Москвы. Осторожно, Сереженька. Второй пилот готов. Как готов? Ты же еще полчаса назад трезвый был. А мне много не надо. Полчаса и готов. А я на тебя так надеялся, Сереженька. Ты же знал, что я сегодня... А теперь что? Как мы домой доберемся? Я тебя спрашиваю. Спокойно, командир. Как прилетим, я нам такси возьму. Не могу же я себе позволить в таком виде за руль садиться. Ни в коем случае полетели. Давай, Сережа, от себя. Или на себя. Или на себя.